Комиссия по правам инвалидов наша представляет... Наша позиция отражается на... Обратите на это внимание. Разделение полномочий. Нужно снизить темп. Мы фильмы Мэтью Паркхилла. Думаю, это был разумный шаг. Учитывайте также, что легко... Пустая болтовня. Нам следует обсудить эмиссию. Хорошо, долгая продуктивная дискуссия, но, думаю, пора закругляться. Нет, подождите, у нас еще новый закон о дискриминации инвалидов. Я думаю, это прекрасная идея. Да, я тоже. Достойное одобрение. Давно пора, я считаю. Тогда поддерживаем ее. Хорошо. Нет, подождите. Закон уже вступил в силу. Мы должны решить, что мы будем с этим делать. Делать? В каком смысле? Делать? Собственно, мы делаем все, что закон от нас требует. Слуховые аппараты, пандусы, не знаю. Главное, не допускать издержек. Только не поймите меня неправильно, мой кузен инвалид. Я знаю, что говорю. Это странно тратить больше, чем мы должны. К примеру, у нас здесь работает хоть один инвалид? Я же не говорю, что мы не должны исполнять свой долг. Просто не надо перегибать палку, вот и все. А эти пандусы делают нам чертовски хороший пиар. Ты прав. Роберт, почему бы вам не проверить, какие шаги предпринимают конкуренты? Я не хочу проигрывать в том, что касается нашего имиджа. Проработайте этот вопрос. Встретимся послезавтра. Обсудим это. Подольше подискутируем. Меня пригласили на собеседование. Завтра. Значит, ты нас покидаешь. Время перемен. Конечно, все в силе на завтрашний вечер. Я наконец-то узнаю, как ты выглядишь. Надеюсь, ты тоже не разочаруешься. Блин! Мне кажется, я готов к переменам, к расширению горизонтов, к тому, чтобы открыть что-то новое. Опыт. Я хочу эту работу, чтобы открыть для себя новый взгляд на мир. Ты можешь это сделать? Ну где же мама, когда она так нужна, чтобы открыть для себя новый взгляд на мир? Вам помочь? Тети! Черт! Come on! Давай. Пожалуйста, позвоните, если вам нужна помощь. Я хотел сказать, я думаю, вы очень храбрый. Здравствуйте, я Роберт Хисси. Я пришел на... На собеседование? Да, извините, я опоздал. Я не мог поймать... Думаю, все в порядке. Такси. Простите, я не могу это прочитать. О, они скоро освободятся. Но я не могу. Тогда пожалуйста. Что происходит? Он не инвалид. А хорошо, что вы пришли. Садитесь, пожалуйста. Все в порядке, не торопитесь.
Знаешь, у меня когда-то был друг со всеми конечностями. Он был классным. Нет, я ее не получил. Такое впечатление, будто они меня вообще не слушали. Не знаю. Слушай, мне надо идти. Я тебе потом расскажу, ладно? Да, в 8. Я одет в светло-серый костюм, фиолетовую рубашку и бордовый галстук. Хорошо. Пока. Прости, друг, только для колясочек. Что? Не я выдумываю правила. Извините. Извините. Посмотри, кто только что вошел. Господи. Здравствуйте. У меня заказан столик. На чье имя, сэр? Простите. Роберт Кисси на 8 часов. Только посмотрите на него. Правильно. Так. Только посмотрите на него. Что он здесь забыл? Вот здесь, здесь. Конечно. Сэр, с вами есть кто-нибудь? Простите? Помочь вам? Да, я встречаюсь здесь кое с кем. О, у вас встреча. Отлично, тогда пройдите сюда, сэр. Посмотри, ты только посмотри на это. Поверить не могу. Я просто в шоке. Я больше сюда ни ногой. Тебе не кажется, что его вообще не стоило сюда пускать? Сдается мне, он один. Как им позволяют вообще? Да уж, невероятно. Надеюсь, его посадят куда-нибудь подальше. Где управляющий? Они так управляющие выглядят. Роберт? Оливия. Не то, чтобы ты мне не нравился. Нет. Я просто не ожидала, что ты... Ты понимаешь? Да. В общем-то, не в этом дело. Я имею в виду, что я не предубеждена. У меня есть кузен, который... Конечно. Послушай, а если мы... Просто попробуем. Повезло тебе, парень. Правда, здорово, что у тебя есть друзья, которые могут вывести тебя потусоваться. Может, ему нужна какая-нибудь помощь? Хотел бы я посмотреть, что будет дальше. Какой смельчак, ты только посмотри на него. Ого, где его сиделка? Мне всегда хотелось узнать, а такие люди, как ты, могут заниматься...
Нам нужно время, чтобы изучить этот доклад. Думаю, это был разумный шаг. Надо экономить. Динамично, свежо, инновационно. Динамично, свежо, инновационно. Хорошо, хорошо. Итак, этот закон об инвалидах. Роберт, давайте обсудим ваше заключение. Знаете? Давайте не будем болтать об этом попусту. Действия важнее, чем слова.